Друзья, всем привет! Просили показать скелет деревянной лавочки. Вот такая вот она. Деревянная лавочка. А это ее основание. Все из металла. Все проварено. Зачищено. Ну, зачищено еще пока не все, но... Такие вот дела. То есть, серединку мы используем... Ай, горячая. 20 на 20, крайние 20 на 40, спинка 20 на 40, ножки 20 на 40, основание 20 на 40, поперечины 20 на 20, снизу пяточки, но кому пяточки, это кто просто ставит или засверливает, вот. А кто-то бетонит, тогда, конечно, делаем размер немножко другой. Ну, ножки длиннее просто. Вот так вот выглядит с обратной стороны.